Белозерском районе убили жителя Череповца. Его тело нашли закопанным на стройке, где работал убитый. Полиция задержала подозреваемого. 32-летний приезжий из Мурманска признался в преступлении, сообщили в Следственном комитете области. Выяснилось, что мужчина убил череповчанина во время пьяной ссоры кухонным ножом. Подозреваемый посчитал, что его собутыльник получает за работу больше денег, чем тот заслуживает. Чтобы скрыть следы деяния, мурманчанин закопал тело. Сейчас мужчина заключен под стражу. 16-летний юноша утонул в Нюксинском районе. Трагедия произошла 4 августа на реке Сухона. Как рассказали правоохранителям друзья погибшего, они катались на самодельном плоту. Когда быстрое течение стало уносить плот в сторону, ребята решили добраться до берега вплавь, и один из них утонул. Аналогичное происшествие произошло в Сижанском районе. 5 августа спасатели вытащили из реки Малога тело 33-летнего мужчины. Обстоятельства происшествия выясняются. Пенсионерку сбили под Вологдой на трассе Москва-Архангельск. По предварительной информации, водитель ЗАЗ «Шанс» не справился с управлением и врезался в Hyundai, который остановился перед пешеходным переходом. Hyundai отбросил на зебру, и под машину попала 69-летняя женщина, которая переходила в этот момент проезжую часть. Пострадавшую с различными травмами госпитализировали. Вологодские полицейские задержали подозреваемого в изготовлении и хранении наркотиков. В квартире, где и произошло задержание, стражи правопорядка нашли чуть больше 400 миллиграммов дезаморфина и синтетический наркотик массой 6,7 граммов, а также шприцы и посуду со следами изготовления запрещенного вещества. Возбуждено уголовное дело. Автомобиль проломил забор на улице Ленинградской в городе Металлургов. В воскресенье об этом сообщили подписчики сообщества ДТП Череповца. По словам очевидцев, водитель Volkswagen Jetta уснул за рулем, когда возвращался со смены. Автолюбители в комментариях пишут, если чувствуется за рулем усталость, то стоит остановиться и поспать 10-20 минут, чтобы избежать подобных аварий.